еще один приток реки Вологды, это ручей Безымянный. То есть здесь тоже органы постоянно контролируют, берут анализ воды, проверяют нас. То есть мы здесь, вот, ну, сами видите, что ни навоза, никаких следов даже трактора здесь нету. То есть, ну, ничего не выливается, не сливается. Мы же сами знаем, что чуть что там запахло, сразу едут майски. Ну, в первую очередь. То есть ищут. Ну, вот я говорю, что у нас-то как бы скрывать нечего. То есть они уже сейчас, ну, органы приезжают, как без нас уже проверяют, без нас отбор воды берут, то есть в любое время приезжают, смотрят. Мы действительно честно и очень скрупулезно проверяли каждое предприятие. Сейчас ничто не вносится. Вот сейчас вот у нас по севообороту никакая органика не вносится. Это будет только, возможно, весной. И то это компост, который будет запахиваться. Поэтому сейчас серьезно следим за этим всем. Вчера вот выезжали у нас коллеги наши, и работал Роспотребнадзор, с квадрокоптером все смотрели. Но ничего не нашли. То есть, по большому счету, контроль этот мы будем дальше продолжать, но причины, наверное, какие-то надо здесь другие искать. Первая площадка – это сельхозпредприятие, соответственно. Сейчас пока туда ничего не возили, это для смешивания навоза с компостом, а потом на поля. Они сейчас пустые. И вот здесь вот у нас полигон был. Вот, мы этот полигон закрыли уже 2 года назад, присыпали, но он попадает у нас под рекультивацию. Да, это тоже закрытая история. То есть вот здесь вот могло бы быть, если что-то могло бы быть здесь. Если сейчас здесь действовала эта история, тут навоз сюда возили, возможно, что-то, какие-то причины могли бы здесь исследовать. Опять же, это не факт, но исследовать могли. Пока здесь вообще ничего нет.